села я чай попить. Ну, сижу в халате. Потому что я ходила на улицу, заносила вещи. Они у меня не все высохли, а в доме тепло протопили. И из этого я занесла, сейчас дома все будет сохнуть. И еще хотела рассказать историю, ребят. Почему Светлана не приехала, когда я говорила, что купили ей билет? Потому что у них, оказывается, билет был куплен на 27 сентября, 09 месяца. Они посмотрели на число, Светланка сама выбирала в суматохе. У Лёшки зуб болел, у него стресс был, все болело, это вырвал. У Наташки тоже там паника все была, срочно нужно было Свет и билет. Ну, они искали, ничего не было. Ей нужно срочно на 27. Она, короче, сама его нашла, показала. Ну, Лёшка говорит, ну, бери, если это. Ну, и все, она все сделала, оформила сама. А на месяц никто не обратил внимания. И, в общем, такая ситуация. Наталья мне позвонила. Оль, встретишь? Все, я все встречу. Я легла спать, поставила будильник на 3 часа. И уже уснула. Звонок от дочери. А я понимаю, ну что, они не знают, что я спать легла? Вы что мне звоните? Я трубку беру. Наташа, что ты мне звонишь? Мне спать, мне надо вставать. Ночью Светку встречать. Она говорит, мама, все, говорит, отбой, говорит, у нас такая ситуация, мы тут в аэропорту бегаем, думали, что опоздали на самолет, а оказывается, нам сказали в билете, одна женщина только сказала, что у вас здесь на сентябрь вообще билет. Короче, они в шоке. Сперва Наташка говорит, так перенервничала, такая истерика была, стресс, что они опаздывают. Это, представьте, все на нервах, потом уже все расслабились, посмеялись. Я, короче, с дочерью поговорила по телефону, такая трубку положила и такая говорю, не поняла, и что мне делать-то, ехать или нет? Мы говорим, что тебе сказали? Я говорю, ну так и так, билет на сентябрь. Он говорит, ну значит не ехать, спи. Я, ну ладно. Потом утром сестренка созванивается. Как давай мы смеяться, хохочем, это вообще так смешно. Конечно, этот стресс пережить надо было. Представьте, такое волнение, ты бежишь, и ты просто опаздываешь на самолет. А билет как бы невозвратный, там, я не знаю, там переплачивать много очень надо, но они порешали, что Светлана поедет в сентябре 27-го, так что будем ждать, Светочку. Не переживай, Света, побудешь еще с родителями месяц, потом приедешь. Будешь учиться. Так что ничего страшного нету. Светлана, мы тебя ждем. Месяц еще погостишь у мамы, потом приедешь к нам. Учеба не убежит. Так что знай. И суши, ты приедешь, мы суши обязательно сделаем. Я, в принципе, все купила. Но на неделе, наверное, все-таки я сделаю суши, потому что сегодня я купила скумбрию, и она у меня лежит, оттаивает. Я сейчас пойду ее солить. И тесто взяла я. Постное, или как правильно, оно, бездрожжевое. И сейчас что-нибудь испеку. Ну, хотя так неохота, я что-то так подустала. Я наелась супчика. Какого супчика? Пюре. Суп-пюре. Потому что мне так в сон клонит, но я легла спать, не могу уснуть. Налила себе цикорий. Думаю, цикорий попью. Пошла потрогала тесто и рыбку. Думаю, еще минут 30. Я пока телевизор смотрю. Ну, чувствую жарковато. Сейчас разденусь, халатик сниму. Потому что с улицы зашла, было прям попрохладней. А сейчас хорошо, тепло в доме, хорошо так. И пойду заниматься еще делами. Пока попью цикорий. Хотела взять бокал, но он горячий. Я его только налила, кипяток у меня только закипел. Так что вот такая вот история. Бывает. Вот. Ой, вообще не представляю это как. Так что ничего страшного. Посмеялись мы с сестреночкой. Нормально. Ну как они перенервничали. Боже мой, я вообще не представляю это состояние. Как бежать в аэропорту и понимать, что ты опоздала. И все, у тебя билет. Ты за него заплатила деньги. Даже все равно тяжело для нас это, такие деньги потерять. А тут выясняется, что на сентябрь хоть выдохнули, что ну поедет в сентябре, ничего страшного. Так что Наталька там выставит видео, не знаю, может сегодня, может завтра у нее не получается, потому что она работает. И некогда, я сегодня ей звонила, говорю, ты еще не будешь выставлять? Она говорит, нет, прям некогда, говорит, устаю очень, вся работа устала.
Сразу легла спать. Я говорю, ну ладно, выставишь, когда будешь выходная. Так что, ну, а я расскажу историю чуть-чуть. Вообще, это кипиш, кипиш, кипиш. Вот так. Нужно всегда слушать родителей, как говорят. Был вариант на билет на 2 сентября, но Светланка не захотела. Она захотела раньше. Так что, если погостит. Но это хорошо. И мы из-за чего еще с сестренкой переговорили. Это вообще хорошо, что Светланка на месяц еще там задерживается. Потому что сейчас Лилия пойдет в первый класс, господи, в школу, в третий класс. И как бы, чтобы она ее встречала и отправляла в школу, это очень большой будет плюс. Чтобы она подпривыкла. Все равно новое место, новая школа. И очень хорошо, что Светлана там останется. Так что это предначертано. Чтобы она еще месяц поводила. Так бы мы ее не смогли уговорить, чтобы она осталась. А так как она билет купила сама на 27 сентября, так что Светланка поводит Лильку в школу. Это очень хорошо. Так что всех люблю. Всех целую крепко-крепко. Вы мои такие хорошие. Спасибо, что смотрите. Пишите комментарии. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Я сейчас попью цикорий и пойду дальше работать. Да. Я могу еще долго-долго разговаривать, но смысл вам слушать меня? Чуть-чуть послушали, хватит. А то я еще что-нибудь как зацеплю и начну. Та-та-та-та-та. Много могу разговаривать.